Рады приветствовать всех, кто начинает свое утро с утренним экспрессом. Лет – самое время сменить имидж, и как здорово, что такая возможность есть и у нас в том числе. И есть возможность поговорить с профессионалом, со специалистом. Барбер, парикмахер, стилист Евгения Лобазина. Доброе утро. Всем привет. Доброе утро. На что вообще обратить внимание при выборе стрижки мужчин? Ну, наверное, изначально будем отталкиваться от того, что мы имеем. То есть, если это густистая какая-то копна волос, то да, там большая палитра выбора стрижек. А если, ну, уже пошли какие-то виды изменения с волосами, то нужно обыгрывать так, чтобы это смотрелось, ну, приемлемо. Угу. Форма лица как-то влияет на стрижку? Есть ли какие-то, может быть, правила, стандарты? Вот если у тебя круглое лицо, похожее на шар, то тебе должна быть такая стрижка. Стрижка, конечно, можно подкорректировать какие-то моменты по форме, что-то гармонизировать, если, допустим, идет куда-то объем там вниз или наоборот вверх. Очень хорошо с круглым лицом работает борода, потому что если она есть, то ей можно немножко оттенить второй подбородочек, например. Ну, тут, если получается, если размер второго подбородка позволяет его оттянуть, а если нет, то тут уж что поделать. Будут ли отличаться стрижки, допустим, у банковского работника и у барбера? Есть ли какие-то, может быть, такие стандарты? Нет, ну, конечно, нужно, чтобы стрижка была актуализирована под работу, под среду, в которой общается. Потому что, допустим, если там, ты ведущий, ты можешь себе позволить какую-то укладку такую, а возможно, даже немножко вычурную. Если твой, допустим, дресс-код на работе диктует тебе сдержанность, да, чтобы ничего не отвлекало от той информации, которую ты, допустим, доносишь до людей, то лучше что-то лаконичное. Угу. Ну вот лето, жарко, 32 градуса тепла, все еще головной убор. Да, что все делать? Все под ноль. Да нет, на самом деле даже удлиненные стрижки, допустим, у мужчин можно забрать в хвост, убрать где-то окантовочную линию, подбрить ее, чтобы действительно не было жарко ни на шее, там, ни на висках. Так, тренды. Тренды. Что модно в этом сезоне? Тренды на самом деле это такая вещь, которая, она бывает ультра-тренда, которую не каждый сможет носить. Это, возможно, там дисконнект по форме, ну, отличающийся по длине сверху и там сзади по бокам, допустим, бока выбриты, сверху там короткая, сзади длинная. Вот такое мало кто будет носить, но это, допустим, супер-тренд. Угу. Вот то, что мы сейчас можем увидеть на экране, это вот оно? Это достаточно трендная стрижка. Но это не горшочек, это, скорее всего, такой объемный кроп. Я бы так его назвала. То есть кроп это с прямой, плотной то же самое. Сейчас на экране просто покороче вариант. Покороче как и по бокам, так и челка сама покороче. Здесь вот именно нужно, чтобы то же самое, только текстура сверху, видите, более видна на светлых волосах, чтобы челка была короткая, плотная, прямой срез. Так, ну и пользуясь случаем, я сразу же про себя спрошу. Давай. Сейчас на меня не надо смотреть, я оброшу. Все, не завтра, смотрю. Завтра я все поправлю. Что посоветуешь? Да мне вообще кажется, вот ты подстригся недавно. Я тебе то же самое сказала. Я не вижу, что ты оброс. Да нет, ну, возможно, где-то по вискам вот здесь можно понять, что... Если... Надо убирать, я считаю. Нет, мне все нравится, да. Мне нравится, как щетина смотрится. Что это не объемная борода, а что это такая как бы подстриженная машинка щетина. Это называется лень. Это лень называется. Тебе лайк только что. Спасибо большое, спасибо. Пожалуйста. Но, Женя, все не так просто. Мы подготовили небольшой интерактивчик. Готово. Да. Мы... Покажем сейчас фотографии. Продолжается чемпионат Европы по футболу, так что предлагаем оценить, стрижки модно ли то, что носит на своей голове Итак, футболисты. Итак, поехали. Первый модник, еще тот, Криштиану Роналду, игрок сборной Португалии, потрясающий, легендарный футболист. Что скажешь? Так, ну у него всегда очень стильные стрижки, и на самом деле он является такой, как сказать, фотокарточкой, которую приносят в барбершоп и говорят, хочу как у него. Да, ну обычно на это и опираются на актеров, образы в кино и футболисты. Футболисты, да, конечно. Он может себе позволить все, что угодно. Но в этом сезоне... В этом он лаконично очень выглядит, да, очень все сдержано, такая как копна волос. Лайк ставим? Лайк ставим, да.
Отлично. Адриен Рабьё, полузащитник сборной Франции. Ну, вот как раз я и говорила, это удлиненная стрижка, то есть такой он конь шевелюры, который заправил ее в хвост. Что, давай, по пятибалльной шкале. По пятибалльной шкале, ну, пусть будет 5. Ну, пусть будет 5. Молодец, Адриан. Играет хорошо в целом. И волосы собрал. И стрижка не мешает. Фил Фоден, полузащитник сборной Англии. Так, ну, коротко. Да, коротко, ничего не мешает. Некий Макан нашего времени, да? Как? Макан нашего времени. Блин, не знаю, что это такое. Похож. Ну, коротко, хорошо, удобно. Ну, ну и стильно, да, вот это, по-моему, как раз вот прямой, да, вот это, этот срез. Да, тут надо поближе посмотреть, но это похоже такой Цезарь вариант, когда сбривается машинка еще сверху. Цезарь? Ну да, так стрижка называется. Фу, круто. Я думала, ты это подумала о салате? Ну, утро, мы еще не успели позавтракать, но в целом. Много нюансов, да. Супер, отлично. Ну что, ребята молодцы, поэтому они и... зарабатываю. И Женя молодец, что этим утром пришла к нам. Да. У нас в гостях была барбер, парикмахер, стилист Евгения Лобазина. Да, спасибо вам.